здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Руслан, и вы на канале Самовар Кичен. Рад вас видеть. Сегодня хочу вам показать рецепт приготовления шашлыка из свиной корейки. По-другому это называется чалагач. Смотрите, сегодня не успел заехать на рынок, поэтому не подумайте, это не реклама. Заехал в магазин метро и купил готовые вот уже антрикоты, порезанные корейка порезанная. Обязательно она должна быть на кости. Сейчас наша задача сделать маринад. Маринад будет очень простой. Он будет состоять из следующих ингредиентов. Мы взяли специи. Это у нас смесь трав. Здесь кинза, петрушка и базилик. Соль, смесь перцев. И, соответственно, мясо, оно не очень жирное. То есть, если сравнить с шейкой, то оно менее жирное. Поэтому мы его будем заливать минералкой, смягчать, так сказать. Ну и овощи у нас пойдут на гарнир. Погнали. Приступим к маринаду. Смотрите, ребят, значит, берем соль. Соль у нас крупная. Далее возьмем смесь трав. Кому интересно, мясо у меня было 4,5 килограмма. И заплатил я за это 2000 рублей. Это вот нынешние реалии. Но мясо хорошее. Дальше мы берем смесь перцев. Показываю вам простой маринад, чтобы каждый из вас мог быстро взять, вкусно так приготовить для своей семьи, близких, друзей. Дальше мы это все переворачиваем. Ту же процедуру будем делать с этой стороны. От лука нам нужен сок. Ну что, давайте добавим минералочку. Что-то от лука я прослезился. У нас фирменная боржом, опять же, не реклама, легендарная, точнее, боржом. И добавляем минералочку, ребят. Еще раз повторюсь, для смягчения, чтобы шашлык был сочный. Если вы готовите шейку, в принципе, этого делать не обязательно. Все. Маринад держим минимум 2 часа. Друзья, перешли мы в мангальную зону нашу. И сейчас будем готовить овощи. Вот так. Готово. Дальше у нас пойдут перцы. И остренький перец. Тоже попробуем насадить сейчас. Вот так. Раз. И два. Все готово. Это готово у нас, ребятки. Что у нас осталось? Помидорчики. Все готово. Хороваться, дай, дай. Эй, дуй, 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 дуй. Дай, дай. Ну что, роднули, давайте насадим мясо на шампура, пока у нас готовится костер. Быстренько насадим. Смотрите, какой маринад у нас получился. Шикарный вообще. Именно чалагач готовится вот на кости. Это вот такой вид шашлыка и большие куски. Вот так мы берем, ребятки, и насаживаем его. Сейчас вот так. Во. Вот так и должно быть. Лук снимаем, как я всегда говорю вам, потому что он пригорает. Его надо снимать, ребят. Но лук мы должны снять. Все, сейчас примерим на мангал. Все подходило. О, как раз 3 кусочка, ребят. По 3 кусочка.
Все. Шашлык получится отменный, ребят. Сейчас. О! Вот так вот, такая вот красота будет у нас. Вот так будет у нас. Музыки не хватает. Не хватает музыки. С музыкой всегда веселее. Друзья, овощи мы кладем раньше. Видите, угли у нас еще не седые. Но овощи готовим вот на таком огне. То есть первое мы готовим овощи, а потом, когда уже угли осядут, появится седина, мы будем готовить, жарить мясо. Так, мои хорошие, перцы готовы. Вот этот еще чуть подержу. Помидоры готовы. Посмотрите, какая красота. А аромат какой от них идет. Просто горячо. Сейчас мы их кожуру почистим и будем их так подавать к мясу. Все, баклажаны жарятся еще. Они дольше всего жарятся. Подождем, пока они хорошо испекутся. И тоже их будем доставать. Чтобы было удобнее снимать кожуру с перцев, мы их, надо их в пакет положить, вот так, подержать немножко, и потом снять, и все будет хорошо очищаться. Так, баклажанчики готовы, тоже их снимем, пускай они остынут. Ну что, давайте жарить мясо. Наш чалагач. Смотрите, какая красота. Уже седые наши угли. Сейчас вот так сделаем. О, угли седые. И пошли жарить мясо. Так, друзья, нам надо сейчас срочно почистить овощи. Делается это очень просто. Вот так. Вот этот хвостик тоже мы сейчас отрежем. Он нам не нужен. Вот. Все. Баклажаны чистятся тоже очень просто. Смотрите, как отходит все. Сейчас, конечно, не те баклажаны, как будет летом, но какие есть. С мясом, шашлыком сочетаться будет отлично. Так, все, это делается вот так. Раз, и готово. Так, и давай теперь почистим. С пакета. Видите, как все хорошо чистится. Так, ну и также его возьмем. И... Так, сейчас снимем семечки. Нам они не нужны. Все. Так, на две части готов. Аромат просто не передать, друзья. Просто. Так, мои хорошие. Сейчас надо делать все быстренько и оперативненько. Вот так. Подготовили лаваш. Есть куски, которые уже готовы, ребят. Потому что вот это мясо, оно быстро готовится. Шалагач — это такой кусок, что он хоть и большой, но он готовится быстро. Вот этот еще не готов, видите? Немножко его поджарим. О,
Аромат какой. Это тоже подержу. Все. Мясо пока закрываем. Вот так. И все, ждем. Так, мои хорошие, вот мы подготовили лучок, гранат и зелень. Обязательно наши овощи. Вот так вот. Еще немножко я все-таки посолю. От души, от всего сердца. И шашлычок. Также с ним поступим. О, сейчас будем дегустировать. Бомба получится. Все, готово. Друзья, самый вкусный момент – это дегустация. Счастлив. Сейчас будем пробовать нашу свинину. У нас сегодня была корейка на кости, чалагач. Очень простой маринад, очень вкусный. Кто досмотрел, молодец. Берите на заметку этот рецепт, а мы сейчас его продегустируем. Любое мясо мы даем отдохнуть, ребят, 5-10 минут, чтобы все соки равномерно по мясу разошлись. Ну что, берем вот этот кусок, да, и посмотрим, что из этого получится. Получилось у нас. Посмотрите, ребят, кто говорит, что это не сочно. Посмотрите, есть такие люди? А, сок прям течет. Потому что маринад был правильный, ребят. Просто божественно. Сказка. И соль на месте. И специи. И главное, очень сочно, ребят. Бомба, бомба. Ага. Просто огонь. Вот это с косточкой мне нравится. С лучком. Давайте овощи попробуем. Так, что у нас из овощей? Вот это вкуснятина. Вот это вкуснятина. Это весна, друзья. Это весна. Весной обязательно готовьте овощи на костре. Помидор. Помидор. Помидорочка. Просто сказка. Просто сказка. Сейчас смотрите, что я сделал. Вот так. Острый перец. Острый перец и болгарский перец. Кусочек возьму сейчас вот так. Вот этот маленький, небольшой. Заверну его в лаваш. Вот так. Приятного аппетита. Просто сказка. Просто сказка. Надо выпить. Срочно надо выпить. Я даже забыл про ткемади. Даже к этому шашлыку и соус не нужен, друзья. Вот это вообще просто классико. Ну что, мои хорошие, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Готовьте по этому рецепту. Очень просто, очень вкусно. Готовьте вкусно, готовьте как мы, готовьте лучше нас.
Если понравилось видео, ставьте лайк, не забывайте. Оставляйте комментарии, все комментарии читаем, на все комментарии отвечаем. Мира и добра всем нам, здоровья, берегите себя, за вас. Все-таки я попробую ткемали. Вот так сделаю, прям как на походе. И с мясом, с нашим шашлычком. Я буду молчать, это просто песня, ребят. Всем спасибо, до новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока. Вкуснятина, просто бомба. Давно не ел такой шашлык. Атас.